А в Санкт-Петербурге в день годовщины начала Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу Матери Родины. Сегодня была война. Так называется этот день. Часто называют этот день 22 июня. Для каждого русского человека это особый день. День памяти. День вечной памяти. В церемонии приняла участие делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием. Насельники Александра Невской лавры и клирики петербургских храмов пропели погибшим на фронтах, скончавшимся от ран, голода и холода, всем усопшим участникам войны вечную память. И сотвори им вечную память. Сегодня мы шли со священнослужителями и размышляли, что ведь по большому счету абсолютное подавляющее большинство людей, которые здесь покоятся, на этом и на других кладбищах, это православные христиане. И здесь мы не можем не вспоминать их подвиг, не можем не отдавать должное и не молиться перед Господом о том, чтобы Он, так сказать, и призрел их, чтобы молимся о вечной жизни, молимся в том числе и в назидание тем, кто сейчас видит, как это мученичество сейчас, вот через 70-80 лет, видит подвиг этого мученичества и через осознание этого подвига черпает для себя, может быть, некую духовную силу для продолжения духовного следования по заповедям Христовым. Пискаревское кладбище было основано в 1939 году на севере Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны стало местом массовых захоронений. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года. В 166 братских могилах покоятся воины и горожане, погибшие от бомбежек, артобстрелов, голода, холода и болезней. На Пискаревском мемориальном кладбище обрели покой около полумиллиона доблестных защитников Родины.